В одном из кабинетов Брестского государственного колледжа связи собрались будущие предприниматели. Это люди разного возраста, социального статуса и опыта, но объединенные одной целью – как можно скорее пройти путь из безработного в бизнесмены. Например, бывший работник строительной отрасли, 42-летний Валерий Тур, планирует открыть дело, связанное с розничной торговлей, и планы у мужчины серьезные. Предпринимательская деятельность решил заняться, попробовать в области торговли, розничной торговли. Ну, в дальнейшем, возможно, и оптово-розничной торговли. А на курсы я пришел сюда, ну, повысить свою квалификацию, получить помощь от государства, как она имеется. Повысить свою квалификацию для успешного построения бизнеса решила и Ирина Дорогая. Девушка мечтает об открытии собственной студии красоты. В бьюти-индустрии Ирина уже около 5 лет и считает, что пришло время развиваться дальше, привлекать других мастеров и расширять свои возможности. Стоит отметить, что к такому важному событию девушка готовится основательно, изучая необходимые материалы и рассчитывая все риски, которых из-за пандемии большое количество. Мне не страшно ничего, потому что, ну, вижу цель, иду к ней. Это моя большая мечта, и я в это очень верю. Считаю, что клиенты будут всегда. Всегда клиент найдет своего мастера, и, ну, я не боюсь и могу пожелать всем того же, просто идти и делать свое дело качественно, и все получится. А для того, чтобы все задуманное обязательно получилось, к серьезной мотивации необходимо добавить внушительный багаж знаний, который будущие предприниматели получают на специальных курсах. Разобраться в налоговых выплатах, не запутаться в учетах и уложить в голове основы маркетинга без 5 минут бизнесменам помогают специалисты разных отраслей. Цель моих визитов сюда – научить индивидуальных предпринимателям правильно уплачивать обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты. Поскольку уплата обязательных страховых взносов – это в будущем страховой стаж для назначения пенсий. Это социальные гарантии выплаты пособий по временной нетрудоспособности и назначение своевременно пенсий по возрасту, ну и в иных случаях. Такие обучающие курсы дают не только фундаментальные знания для открытия своего бизнеса, но и позволяют предпринимателям не совершать ошибок в будущем, ведь от того, насколько хорошо они усвоят материал, зависит успех их проекта.